твой черед. Она молчит. Эйбор справится. Вперед. Мой друг Убу томился, но я полон сил. Скажи, где прячется Бургрид, и мы все вздохнем спокойно. Никогда. Невозмутимо молчишь, и все ради короля, который трусливо прячется, не в силах защитить ни семью, ни народ. Воды? Мой муж служит Мерсии, как и должен. Ему приходится скрываться, ведь даже близкие друзья могут предать. Передай кое-что предателю Кёлвульфу. Он победил в мирской войне, но его душа обречена. Кёлвульф лишь пытается найти общий язык со всеми, кто живет в этих землях. По мне, так лучше у него мерсийцу не сыскать. Он жалкий червь. Все, что он воздвигнет в Мерсии, будет стоять на костях храбрецов, отдавших жизнь ради ее защиты. Чем дольше тянется война, тем больше таких жертв. Рептон и Тамвард, Темплборо и Ледочестер. С каждой нашей победой ваши надежды все слабее. У Бурграда есть то, чего нет у вас. Верность людей. Добрых и праведных. Кого? Тенов и Керлов Мерсии? О, нет. Ему верен лишь Леофрид, и он тоже падет. Да, славный Леофрид. Он умрет, защищая короля. И даже тогда отправит в ад сотню язычников. Эйвор, миледи, продолжайте. Я занимаюсь добычей. О, боже! Вон, Эйвор, живо! Ладно, ладно. Но если останешься, готовься. Вонять будет знатно. Боже! Выпусти меня! Молю! Говори, и скоро сможешь принять ванну. Ты просишь меня предать моего мужа. Как я могу это сделать? Промолчав, ты предашь множество других. Возможно, вас запомнят как правителей, которые оставили свое королевство в час нужды. Но наступит мир. Так обещал Кёлвульф, и мы поддержим его. Даю тебе слово. Ну что, птичка запела? Бургрид прячется в старом склепе на юге, где река Алм впадает в Эрроу. Склеп? Будто сами боги решили подать нам знак. Его далеко будет тащить. Вы трое должны проложить путь к Тамварту. Где встретимся? Приведи его к мосту у Винония. Оттуда близко. Мы будем ждать вас там. С головами вышло недурно. Гнусное зрелище, но она заговорила. О чем ты? Не пойму. Тела воинов сюда! Пусть выжившие видят, что ожидает их королевство. Мне, наставнику воинов Мерсии, давно пора.
нашу охрану. Древний склеп хорошо охраняют. Вряд ли они сторожат мертвых. Бдительная тут стража. Здесь тебе не повезло подхватить чуму. Господь милости. В том году она унесла каждого четвертого. Есть хочется. Должен быть рядом. Где же он прячется? Путь верный. Thank you.
враги! Ничтожество! Не может быть! Прочь! Мой лорд, это столовый нож. Ты зовешь меня на пир? Назад! Не подходи! Я не сдамся! Как пожелаешь. Живым я не дамся! На твое счастье я тебя не убью. Королевство мое! Мое! А? Придется убить меня! Нам пора, мой лорд. Мы опаздываем на коронацию. Пусти меня! Думаешь, ты победил? А нет! Леофрид, я приказал ему уничтожить тебя! Думаешь, ты победил? А нет! Леофрид, я приказал ему уничтожить тебя! Тихо! Ты не понимаешь, во что ввязался! Эйва! Сюда! Поспешим! Вперед! Я за тобой! Бургред, красавчик! Я тебя не признал!
Как по мне, наставнику воина... Опусти меня! Опустишься ты разве что с петлей на шее. Его скоро хватятся. Не зевать! Знакомый вид? Нет! Нет! Гнусные язычники! Вам это с рук не сойдет! Осторожнее! Надо подустать! Настало время перемен, Бургред. Осталась лишь коронация и Витон лордов Мерсии. Бургред, любимый! Моя леди, ты ранена! Тебя мучили! Нет, нет, я цела. Шевелись, лорд. Твой король ждет. Ваша смерть неминуема, Данаи. Все, кто охотился за мной, погибнут. Я позаботился об этом. Скоро ревнители узнают ваши имена. Неважно, как далеко вы бежите, вас ждет гибель. Довольно щебета, воробушек. Лучше оставь дурачество моему брату. Ревнители? О ком он? Это все чушь. Пустые угрозы испуганного глупца. Пройдемся, брат Волка. У нас есть время до коронации. Куда мы? Просто гуляем. Я лишь хотел отметить успех. Не похоже на тебя. Ты не лучшего мнения обо мне, да? Вот и славно. У меня тоже есть пара мыслей о тебе. Ведешь меня как ягненка на убой? Вот видишь, я был прав. Эй, вы! Пошли прочь! Садись! Да, я вел себя погано. Но всегда уважаю славных бойцов. Пусть все знают, что теперь Эйвор с Ивором Бескостным друзья. Кто дал тебе это имя? Бакраут с острова Иберния. Я намотал его кишки на копье. Он назвал меня бескостным за легкость движений. Или ты пьешь столько, что не в силах стоять. Вальгалла, я попаду туда. Я уже чую кровь и мед. Буду сидеть рядом с Высоким, держа в руке топор. Конец достойный Рагнарсона. Казалось бы, да? Мы с Хальфданом будем там. Но Уба... Нет. Ему нужно кое-что совсем другое. Я в этом уверен. Чего хочет Уба? Разжиреть и состариться в своем доме в окружении кучи детишек. Ему нужен наследник, как и многим. Только не воином, не таким, как мы с тобой. Раньше он был другим. Но в этом краю, в Англии, здесь он ослаб. И каким он был раньше? Таким, как я. Яростным, диким. Мне все же кажется, что ты такой один. Это не похоже на похвалу. Так или иначе,
Раньше жизнь была куда проще. Если первое не по тебе, почему не выбрать второе? Из-за моего брата. Я люблю его. И сделаю все возможное, чтобы убедить в своей правоте. Мы воины. И должны быть ими до конца. Перестарался. Коронация началась. Oh, my God.